Добрый день, дорогие друзья! У меня для вас есть очень хорошая новость. В начале ноября к нам в Тангаманию приезжает Карлос Риварола. Карлос Риварола — это не просто легендарная личность. Это человек, который всей своей жизнью воплощает то, что есть аргентинская танго. Удивительный человек, маэстро, танцовщик, хореограф. Он приезжает в Санкт-Петербург уже 9-й раз. У Карлоса есть действительно очень редкий дар. Он талантливый, уникальный и очень чуткий педагог, преподаватель. Потому что он в каждом ученике видит прежде всего человека. Может быть, совсем простыми словами он может дать такие ключи к пониманию танго или к пониманию даже себя, которые совершенно уникальны. И у меня, конечно, в общении с этим человеком также есть такой опыт, потому что когда он приезжал на танго-бой, всегда в каких-то, может быть, сложных ситуациях находились его мудрые и одновременно простые слова, которые действительно мне очень помогали. Когда он приезжает, мы не только учимся, он также готовит на нашей кухне. Это всегда фейерверк, эмоции. Он прекрасно готовит. Он говорит, что если бы он не был танцовщиком, он обязательно был бы шеф-поваром. Также в этот приезд я планирую, что мы проведем с Карлосом дополнительные уроки. Это будут уроки по фольклору и уроки по року. По аргентинскому року. Фактически это рок-н-ролл, который он танцует совершенно прекрасно. И я бы очень хотела, чтобы мы познакомились с этими танцами также. Уроки построены таким образом, тематические уроки мастер-классов, что туда могут прийти совершенно разные уровни. Будут темы для новичков по объятию, по элегантности, по танго салону, а будут темы также и более емкие и продвинутые по музыкальности, по хореографии, по различным элементам, по мелодии, по танго вальсу. Приветствуется регистрация в парах. Пожалуйста, записывайтесь, обращайтесь. Я рада проконсультировать вас, потому что те темы, которые заявлены, они, может быть, мы не описали всю тематику, они будут более наполнены и насыщены. Программа будет проходить здесь, в Тангамании. Также мы планируем две мелодии в субботу и воскресенье. Так что следите за расписанием, приезжайте, приходите, будем рады встречи.